Здравствуйте, с вами я, Егор. Ну и сегодня мамочки не будет. Да, я знаю, я вам говорил, что его будет на канале. То, что сегодня будет уже не мамочка на канале, а я. Я про то, что... Этот мамочка выйдет 3 октября, а сегодня только 2. Я разрешаю ей выйти уже. Как я разрешаю? Она уже может выйти. Ну, то, что хочет быть с вами. Это 3 видео от мамочки. Здравствуйте, ребята! И это Илья, мамочка. Илья настоящая мамочка. Я обожаю себя. Ну и сегодня будет то, о чем я так хотела вам сказать. Кто я? Сколько мне лет? Я мамочка. Мне 17 лет. Я была человеком. Люблю мой любимый цвет розовый. Мамочка, что там? Я моя любимая дружка Хаги. Или я сама сам. Или я сама. Мой головной враг — это прототип. 1006. Или это я сама прототип. Не понимаю. И вот, следующее видео будет от меня, тоже от меня. Это я, мамин друг. Я люблю играть. И сегодня я скажу вам расскажу. Лучше можно на свете. Я говорю про Черное море. Всем я буду говорить про Черное и про Азовское море. Все, то есть сегодня я расскажу про Черное, завтра про Азовское. Ну и вот. Азовское море. То есть я про Черное говорю. Черное море, оно замечательное. Там часто будут там редко бывают медузы. Я советую вам с ними поиграть, они все-таки склизкие, но такие мелкие. Я обожаю этих медузочек. Мне они очень нравятся. Там часто бывают большие волны. Но только мне не нравится одно, что там тупые спасатели. Они говорят, не заплывать в море, когда со своими же катерами море это и баламутят. Вот так и все. Ну, я же могу еще рассказать. Азовское море, там 1 000 000 и медуз корнеродов. Эти медузы такие синеватые. Это синим местом они могут очень больно ужалить. И я, конечно, не жалела, она кажется, это медуза, но я их очень боялась. Ты помнишь то, что когда я вижу этих медуз в море, то я убегаю. Даже если я на глубине, даже если вместе со всей семьей купаюсь, то я убегаю на берег. Я со всей скоростью уплываю на берег. Несмотря на то, умею я плавать или нет, я уплываю на берег. Ну, я, конечно, умею плавать. Но несмотря на то, умею я плавать или нет, я все равно как-то уплываю на берег. Это такое дело. Ну, или не знаю, что я начал плавать не только тогда, когда уже умел плавать. Или нет, но это не нормально. Я
Но я помню только до того места, до мелкоты я помню, что на мелкоте там мелко, и можно уже бежать. Я убегал из моря и ложился на полотенце, на лежак, и смотрел там на море, как купаться. Но это же было чуть грустно. Ну, это море самое ужасное. Столовок там много, ну и еда в них как в детском саду. Тфу. Просто. Тфу нахрен. И мне там это не нравилось. Но Чёрное море, про которое говорила мамочка, там все такое он там, конечно, не такой, как вы думаете, не такое темное. Очень там прелестное, волны сейчас бывают большие. Я обожаю большие волны. И это очень хорошо. Вот что, ну, конечно, один раз меня чуть не убило этими волнами несколько раз. Несколько раз меня чуть не убило этими волнами. Волны. Ну, Черное море гораздо лучше Азовского. Ну, зато наверху Азовского моря, когда вы уже поднимаетесь с пляжа, там есть и квадроциклы. Ну, это вечером, кажется. Ну, идем, кажется. Очень, ну, и на всех морях, как большая тропа, когда вы поднимаетесь, там большая тропа. Влево, вправо, вперед. Когда вы поднимаетесь вперед, он туда. А назад-то уже к морю, в море. Потому что море это тоже дорога. Ну, больше, чем те, которые я вам говорю. Вот больше, прям. Больше тысячу раз. Ну и ладно. Ну, хватит морях, говорит. И сегодня вроде бы закончено видео.